И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот такая вот анимашка получилась, значит, книги. Ну, в принципе, что, система рабочая, все нормально. И вот вопрос, как все это дело, значит, можно закинуть в Unreal, допустим, или еще куда-то. Не знаю, прокатит этот вариант или нет, давайте посмотрим. Значит, что нам понадобится? Зайти в постмод, английская А, выбрать все кости, удалить вот эти вот базовые, которые нам не понадобятся. Теперь поставить все на первый кадр. Пусть все так и остается. И следом что нужно? Нужно запечь всю вот эту штуку. Да? Камеру, если свет и камера нам не нужна, мы это дело все удаляем. Так, ну погнали, попробуем английское А. Выберем кости, зайдем в поз, найдем анимация. И запекание анимации. Так, пробовал я разные тут функции. То сохранялось, то не сохранялось. Там то гадость какая-то была. Значит, получилось у меня на каких моментах. Ставим визуальный вот этот King. И потом, значит, Overcourt Action вот этот. Здесь стоит запекание на объект и POS. Ну, вот как-то так-то. Так, нажимаем все это дело. И куда-то у нас пропали, значит, все кадры. Хотя должна это дело было запечься. Смотрим Ctrl-Z, Ctrl-Z. Смотрим предыдущий вариант, значит, как вернуть вот эти кадры. Так, заходим в Make. Jump. И тут я уже забыл. Frame All. Так, английская А. Все вернулось. Так, пробуем еще раз, значит, с первого кадра, смотрим, английская А, выбрана пост, анимация, баг, запекание, визуал, overlay, object, так, ну и жмем ОК, прописываются все кадры поодиночке, каждый первый кадр, следующий, да, так, ну смотрим теперь, сохраняем опять же из постмод. Не сохраняем из Object, а именно из PostMod сохраняем, экспортируем в FBX файл, десктоп и на рабочий стол, допустим. Все экспортировалось. Теперь заходим в Object Mode. Ну, давайте, знаете что, откроем новую сцену, чтобы видно было. И теперь файл импорт. Нажимаем FBX, находим на рабочем столе или в папке, где у вас находится этот файл. Так, вот у нас залетела она, значит, с камерой. И вот такая вот шняга получилась. А ну-ка. Так, книжка открывается, все зашибись, все хорошо. Так, хотя я первый кадр и свет, по-моему, удалял. Так, ну это не проблема, удаляем. Так, вот здесь вот будет уже проблема, значит. Удаляем вот эти вот кости. Ну, я думаю, если запеклось, значит, уже на объект. Вот на это все дело анимация. Давайте H скроем. Посмотрим, что вот тут все работает. Ну, H до 250 почему-то сохранилось. Не вопрос, это мы дело подгадаем. Так, 137 можно подправить. Это в новый объект я закинул. Так, теперь что получается? У нас вот получились с нулевого кадра почему-то вот это все дело сохранилось. Видно, что-то я не удалил. Ну или где-то там все это дело прописалось. Не вопрос. Так, смотрим текстуры. Текстуры сохранились. Так, теперь выбираем все вот эти причиндалы. Так. На каком-то объекте, на каком-то моменте смотрим, выбираем еще кадры. Вот эти. И теперь на первый кадр и делаем Ctrl-J. Вот у нас теперь один объект. Делаем Ctrl-I. Остальное можем удалить. И смотрите, что происходит. Если я буду выбирать. Так, объект, видите, все запеклось. Зашибись, значит. Анимация запеклась, кости нам не понадобятся. Теперь можно эту книгу где-то использовать там
как будто ветер ее там трепет где-то или еще что-то там на ветру, допустим, вот так как-то. Это можно, значит, придумать, не суть вопроса, но по передвижению, смотрите, если мы сейчас начнем ее передвигать, у нас тут все превращается в хлам. Ctrl-Z. Получается, если мы захотим куда-то ее экспортировать, сейчас тоже это дело попробуем. Просто давайте попробуем добавить empty. Добавляем просто empty, тройка на numpad, пустышку уменьшаем. Так, и теперь что можно сделать? Привязать вот этот весь, всю книжку вот к этой empty. Ctrl-P, Object Keep Transform. Пробуем. Если сейчас будем отодвигать пустышку, вроде бы, а ну-ка. Анимация работает. Все вроде бы зашибись. Ничего не разлетается. Ctrl-Z без пустышки значит никак. Теперь что еще хотелось бы попробовать? Так, что еще может нам понадобиться? Значит, пустышка есть, книга привязана. Можно ее теперь куда хотите, значит, перекидывать. По текстурам, я не знаю, тут тоже запеклись или как. Надо попробовать. В принципе, что, она ж не в папке находится. Значит, и вот эти все текстуры запеклись. Получается так. Так, книжка вроде бы удачная получилась. Ну, есть тут, конечно, косяки. Но это не суть вопроса. Можно было будет перекрыть в следующем кадре. Потому что, вот видите, тут листочки немножко конючат на этой стороне. Я с этой стороны не смотрел на них. Так. Так, немножко опять отвлекли. Итак, на чем мы остановились? Так, это значит empty. Ну вот, минус в чем, да? Вы видите, что и шибки хорошо прописались. Если на анимации вот этого провалов бумаги не было, то здесь они, видно, где-то выскочили. Но если она на столе будет лежать, в принципе, не столь важно. Но есть вот косяки, да. Возможно, их можно убрать здесь уже будет. Каким образом? Вот я объединял уже вот это все дело. Просто чуть-чуть в скульпт-моде где-то выгладить вот эту часть. И она, думаю, будет нормально смотреться. Так, ну вот вы видите, что в принципе даже примитивный риг можно делать нормальные такие анимашки. Шлифовать, смотреть. В принципе и листья так не западают. Таких сильных переломов нет. Так, что у нас? Проверяем. Видите, empty отношу на середине анимации. И тут начинается разлад. Почему? Потому что анимашка была запечена на первом кадре. Если мы на первый кадр ставим, значит у нас все нормально передвигается, вы видите, да? Так. А, нет, брешу. Вот лист все равно вытаскивается. Значит, нужно. Ну, если. Давайте проверим. Если, значит, мы запекли анимацию, все вот, скажем, все она работает, на одном месте лежит, мы ее вот выберем сейчас и привяжем сетаризен к 3D курсору, допустим. О, 3D курсору когда привязано, видите, все пропало, косяков таких нет, но вот появились другие косяки, но эти косяки, возможно, нет, это все не исправляет, двигать ее нельзя сильно, по крайней мере, да? Так. Ну, попробуем еще раз. А если вот так, Ctrl-P? О, тогда вообще у нас гадость получается. А если попробовать, значит, выбрать наши вот эти объекты и привязать к 3D-массе? Ничего такого. Так, если к геометрии смотрим, все тоже распадается, разлетается, Ctrl-Z. Получается, если запекание прошло, то у нас должна вся эта штукенция оставаться на одном месте.
Так, сейчас мы это дело все... О, все вернулось. Так, не совсем. Вот тут листок чуть-чуть, значит, еще проваливается. Но, в принципе, не так все и страшно, да? Есть вот косяки. Вот они. Которые, значит, мы уберем. Это не вопрос. Так, вот это все дело удаляем. Delete. Теперь файл импортируем PBX по новой. Смотрим, что я тут сдвинул. Значит так, если мы оставляем с костями и перетягиваем с костями, то у нас с костями все, видите, все нормально работает. Вот. Возьмем на заметку, значит, все ненужное долой. Так, все нужное, значит, назад. Вот с костями вы видите, что таких сильных косяков нет. Шипки тоже прописали, все нормально. Значит, если в Unreal мы будем закидывать вот с этим ригом, то... В принципе, должно все работать нормально, да? Так, лифт, свет отключим. Арматура. Это что за арматура? Это анимация прописалась и поза, да? Все нормально. Это все в одной коллекции. А это что у нас? А это у нас полностью все вот эти файлы. Поза, анимация, планы, листы и так далее. Тоже понятно это дело. Теперь файл сохраним, save as. Ну, давайте в общую папку. И теперь откроем, значит, предыдущий файл с книгой. Вот он. И попробуем залинковать. Линк. Находим, где у нас находится вот эта книга. Находим. Арматура, браш, коллекция. И закидываем сюда коллекцию. Теперь, если мы эту коллекцию будем переносить, смотрим, то вот с этой штукой, с линкованием, мы можем импортировать вот эту модель в любую сцену. Вот. Без света, без ничего. Чисто вот анимашку. И ложить на любой стол. И на любую штуку. Так, теперь английская. О, если мы скрываем паути, кости выбираем английская H, и вы видите, что у нас скрывается весь вот этот, значит, весь объект. Если сейчас мы зайдем в предыдущую сцену и здесь скроем H, так. Аж уберем наши кости. Все, мы их скрыли, файл пересохраним. Теперь опять же открываем файл с книгой и пробуем файл, линк, коллекция, ее же сюда же. Так, теперь с помощью мов передвигаем и увидите, что кости здесь все равно присутствуют. Ну, при рендере, я думаю, их не будет. Вот этих костей. Так, если здесь мы удаляем что-то, то все будет удаляться. Так, вопрос опять же на засыпку Unreal. Так, если мы вернем Alt-H все вот эти кости, теперь мы их Delete ликвидируем, у нас все пропадает, да? Ctrl-Z. И все разлетается. Получается, или мы закидываем так, а если мы будем закидывать файл link desktop, то файл FBX мы сюда уже не закинем. Мы можем только импортировать сюда FBX файл в любую сцену.
книга, допустим. Удаляем, значит, все, что нам не нужно. Здесь мы можем уже, повторюсь, передвигать, значит, с костями куда угодно, а этот файл тогда нам не понадобится. И тогда чисто FBX файлом можем здесь тогда, так, английское H, скрывать кости, и при рендере костей не будет. Вот, она возвращается назад, минус, да, но теперь Alt-H, возвращаем все это дело назад и пробуем вот это все действие привязать, значит, к empty. Empty, так, уменьшаем, делаем S empty. И, значит, кости привязываем к empty. Ctrl-P, пусть будет keep transform. Теперь, если мы выбираем кости и будем их переносить, то анимация должна... О, анимация будет находиться там, где будет находиться пустышка. Так, это дело H мы закрываем. И все, у нас теперь просто книжка, которая может участвовать в каких-то анимациях FBX файлом. Не проектом даже, не блендеровским. Мы ее также можем в майку закинуть, еще куда-нибудь. Ну, такая штука. Ну, то же самое, наверное, будет и с персонажем. Персонаж вяжем к empty и тоже можем тогда его перемещать. Все, всем пока, до свидания. Вот такая информация, вот такие, значит, исследования.